Здравствуйте, я Грачева Ирина Вячеславовна, педагог детского научного клуба Дворца творчества «Преображенский». На наших занятиях мы с детьми знакомимся с началами науки химии, стараясь проникнуть в тайны окружающих нас веществ. Наступающий 2019 год объявлен ЮНЕСКО годом периодической системы химических элементов. А что же такое химический элемент? И в чем его отличие от вещества? Ведь в клеточках системы элементов встречаются хорошо знакомые нам названия. Кислород, железо, йод. Однако периодическая система все же называется системой элементов, а не веществ. Давайте посмотрим на простую фигурку из конструктора. Она состоит из четырех деталей. При этом для ее создания потребовались детали двух видов – такого и такого. Немного изменим фигурку. Общее число деталей в ней осталось прежним – 4. Но теперь в ее состав входят детали трех разных видов. Они отличаются друг от друга по форме, размеру и цвету. Атомы, составляющие вещества, тоже отличаются друг от друга по размеру, массе. Но главное – по величине заряда их ядра. Общее число атомов во Вселенной бесконечно велико, но разных видов атомов обнаружено всего 94. Два слова «вид атома» ученые заменили одним словом – «элемент». Итак, элементы – не вещества, а типы деталей, из которых это вещество собрано. Вещество же проявляет свои свойства – только тогда, когда его детали соединены в определенные структуры, например, молекулы. Построим модель молекулы вещества кислород. Атомов в молекуле 2, вид атомов – элемент 1. Соединив три детали, изображающие атомы кислорода, получим модель другого вещества – озона. Вид атомов – элемент. Здесь по-прежнему 1, а число атомов этого элемента – 3. А если к атому элемента кислород присоединятся два атома элемента водород, получится молекула вещества вода. Итак, элемент – это определенный вид атомов. Элемент невозможно потрогать. Можно потрогать вещество, состоящее из атомов этого элемента. Сравните. Можно потрогать собаку, но невозможно потрогать ее породу. Породу можно только описать. В периодической системе детали веществ, элементы, расположены в строгом порядке, в соответствии с их свойствами. А открыл этот порядок наш великий соотечественник Дмитрий Иванович Менделеев. Спасибо за внимание.